кругу. Сначала начинал, конечно, глава семьи, а потом, конечно же, детям, старшим и так далее, как я вам говорила. Поэтому производство ножей — это было очень выгодный бизнес. Вот он, главный портал. С этой стороны обратите внимание, три, наверху видите три декоры. И обратите внимание, очень хорошее, что это, конечно, все чистый мрамор, оформление. Вот, то есть можно посмотреть былую славу вот этого дворца.